Всем большой привет! В общем, мы с Максимом решили пойти в Итинг Бар, время вечер. Дождь. А там начался просто жуткий дождь. У меня тоже до сих пор голова еще мокрая. Мы ездили за бельем, стирали и попали уже под дождь. Там прямо дождик стеной, я думала, видно как раз вот это окно. Но дождик нам не помеха, мы все равно хотим выйти. Да, наконец-то они пригодились, потому что обычно дождь начинался позже, чем обычно. Ну, в смысле, позже, чем обычно, это уже утром. Но, в общем, мы все-таки решили рискнуть, заодно протестить зонты. В общем, кастрюлю мы протестили, приготовили борща, уже 2 дня мы его лопаем. Он уже закончился. Вот. Что мы еще делали? Кропалики остались. Кропалики. Я сделала одну руку ногтей, вторую я не знаю, как всегда. У меня я обычно хожу неделю с одной рукой, просто снимаю. Вот, в общем, сейчас мы будем... Опа! Так, мне главное, чтобы камера тоже... В общем, сейчас такая происходит система... А! Макс! Система ниппель у меня... Ой, мама, может не пойдем? До магазина? У нас зонтики железные. Если ударит, то может не в конец. Короче, да ничего, у нас система ниппель. У меня в сумке лежит телефон и купленный микрофон уже. Максим, я уточка, я в луже и лапками бяк-бяк. И, в общем, я держу камеру и потом буду отдельно телефонную запись вместе с видео монтировать. Я надеюсь, что из этого видео хоть что-нибудь выйдет. На самом деле мне очень страшно идти сейчас. Блин, на самом деле опасный гром. И уже никакой бар не хочется. А Максом он весело. Краста! Молния сверкает, а я еще кеды обула. Иду вон. А какой бар? Ну, в принципе, пошли там на той улице есть бары. Да, мы как-то... Что, все пойдем? Короче, мы идем в бар. Главное, чтобы они не закрыты были, а если они закрыты? А вот я не знаю, ну пошли уже идем. Короче, когда здесь дождь, здесь вылазят такие гигантские лягушки. Еще здесь ползают улитки-охотины. В общем, когда дождь проходит, они, улитки вылазят. Я первый раз видела столько охотин. Вообще, один раз в жизни у своей подружки видела такую улитку. И как бы у меня нет к ним особой любви. Они вот выползают. Иди, пока молния, вот, не... долбанула уже молния, бери быстрее тапочек, он сейчас уплывет. У тебя же пластиковый кончик зонта. Да чуем здесь. А чего ты взял, что они закрыли? А я так хотел, чтобы ливануло. Молодец. Давай, короче, пойдем в сторону 7-Eleven, если там не работают эти бары, то пойдем в магазин. А здесь нету баров, они выше, где Family Mart выше. Так что пойдем. Я так хотел, чтобы был такой ливень. Ты как-то ворона на карту. Я надеюсь, что мы не утопим камеру. Макс, пошли домой, короче. Давай без магазина.
Да какой пойдем? Нас сейчас долбанет. Короче, я думаю, что вы видите, что вообще нифига не видно. И очень страшно, и сейчас... А, сейчас будет баг. Сейчас он будет баг. Сейчас будет баг. Перебежками. Просто ты понимаешь, что нам больше негде будет спрятаться? У меня все ноги мокрые, у меня все кеды мокрые. Я тебе говорю, тапочки одевай. Не хотела я тапочки, сколько там. Блин, да что ты так готов? Блин, реально кошмар какой-то. В общем, думала, пока будем идти до бара, я очень много всего расскажу. Нифига. Хочется быстрее дойти и быстрее вернуться. И больше ничего не хочется. Буквально 8 минут 20 идет. Уже все, блин, топит. Это жесть. Пока, блин, постираешь. А мы еще в центр хотели ехать. Блин, у меня аж слеза идет. Смотри, какие лужи. Потоки уже. В общем, а как это? Мы экстремалы. Ух ты ж. Такое ощущение, как будто небо треснуло, да? Было ощущение, как будто небо треснуло. Прям. Ну, я не представляю, как мы обратно пойдем. В общем, вот он вам сезон дождей. Я могу не отвечать на вопрос, стоит ли в такое время ехать. Но экстрим еще тот. На самом деле здесь буквально за минут 5 уже все. За минут 5 уже может так залить, что мало не покажется. Поэтому вот я уже записываю почти 10 минут. И оно вот так натекло. Которое тебе не помогает. Ой, что такое? Насколько она эффективная? Ой, я не знаю, мы уже только маску перепробовали. Неизвестно еще. Ну попробуй возьми. Дождь прекратился. Как, прекратился? Да. Серьезно? Пока мы в магазине. Что, идем в бар? Ну вот, видишь, уличные торговцы стоят. Ну, в общем, как смешно получилось, да? Да. Мы только решили, что мы будем сидеть дома. Никуда не пойдем. А? Рек нет. Кушать, да, и смотрите, ни одной реки. И вот если бы я вам показала бы, не показывала, что было до, то, наверное, мне никто бы даже не поверил, что тут буквально 5 минут назад были потоки и стена дождя. Ой, ой-ой-ой, ты видел, как много раз она просверкала? Сейчас будет бабах. Но я такой треск слышала, я реально, прям как будто небо действительно по швам треснуло. Угу. Прям был такой момент, прям, он сначала как будто треснуло, а потом... Ну, примерно, я не знаю, как это все описать. Я думаю, что Бадюська сейчас будет рад, что мы остались дома. Мы сейчас придем, я нанесу эту масочку, посмотрим, насколько эта маска эффективна. Это уже, наверное, какая? Пятая, наверное, маска, которую я пробовала. Да, только мне эти маски вообще не помогают. Максиму вообще они не помогают. Мы когда отдыхали, первый раз, когда в Таиланде, мы жили с родителями на вилле. И был такой случай, когда среди ночи, мы были в закрытом поселке, и среди ночи начался звук, как будто убивают корову. Мы такие с Максом просыпаемся, а у меня было ощущение, что она прям возле нашего дома ходит. Я говорю, Макс, говорю, посмотри, кто там, что там, ну, самой страшно же. Короче, уже вышли все, мы жили в двух домах, вышли все на улицу, никто понять не может, что такое. Оказалось, в нашем доме, в сливной трубе,
сидело две лягушки. Ну, испаривались. Не только, да, у нас? Испаривались. И, короче, Максим залил их этим маской. Папа мой залил. Да, короче, их пришлось залить, чтобы они замолчали. Но они действительно замолчали. Не знаю. Завтра, да, сфигаться идем? Ну, по идее, да, надо с Женей будет списаться, спросить. Пойдем стричься. Ты волосатый? Побриться на лосы. На лосы? Да ты обрастешь за неделю. С твоим темпом роста волос. В общем, что случилось за эти 15 минут? Ничего. Увлажнилась земля, у меня промокли ноги, у нас поменялись планы. Мы остаемся дома. Но, в общем, мы уже дома. Намазались. Будем ждать эффекта. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. О результатах этой маски, насколько она эффективна, я расскажу уже в следующем выпуске. Поэтому, если не хотите пропустить, то обязательно подписывайтесь на наш канал. И на Индиана Джонс. Ставьте лайки. Всем пока. Всем пока.